Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на Middle-Night Stalker. По ощущениям, 100 тысяч лет не выгулил этого персонажа. Герой в патче показывает себе не сказать, что вы хорошо. Играю один, играю в патче. Спущу сейчас быстренько линию, чтобы забрать Боунтос. Так, конечно, пушить я не хотелось. Но если я не заберу Боунтос, то меня возненавидят. Он уже не первый раз кричит про руну и... С каждым разом все экспрессивнее и экспрессивнее. Так, конечно, за этот бунтус я сейчас отдал ему настолько легкий донай. Очень тяжело на тени против тени на первом уровне. Но опять же, у меня тоже очень много базового урона. Упс. Я даже не понял, как это произошло. Давайте-ка вырублю автоатаку. Но у меня тоже много дэмэджа, и при этом у меня анимация атаки гораздо лучше. Так что я обязан хотя бы часть крипов у него оперативника воровать. Хорошо, пятый денай. Под тавр сейчас никак не улечу. Просто нет такой опции. И заказываю себе тангуса. Взял брейсер стартовый закуп именно для того, чтобы хоть как-то иметь возможность крипиться против этого персонажа. Топор не беру, потому что топор денайт не помогает. Мне вот очень важно по ДНМ в том числе его вести. И нужно будет сейчас спушь оффлайн. Бежать срочно экстренно на руны. Чтобы он не мог взять руну в ботл. Возьмет руну в ботл, и закончится для меня очень и очень печально. Вот. Смотивировал пацанчика. Еще и ДНМ сейчас выпишу. Ой, какой сочнейший ДНМ выпишу. Заминаться пришлось не добивать из-за этого. Но это мелочи. Ботл притащил. Но побьет единожды. У него вард вот в этой стороне. Почти что наверняка в этом уверен. Потому что я проверял его вижен отсюда. Но при этом он приходил в начале игры. И у него был один свободный слот. Но чтоб я мог его сломать, нужно обязательно спушить лайн. А что там за меч на бримастера? Ни хрена себе. Так, давайте дождусь ботинок. Да, вот и вижен. Только не по тавр, не по тавр, не по тавр. Я же совсем чуть-чуть заагрил. Ошибка моя. У него раньше атаки огромнейший. И стан есть. Не пускает. Ладно, уйдет за руны рано или поздно. Давайте я попишу за руной заранее. Потом сделаю шаг в сторону верхней. И он идет, оставит мне обсервер. Затенел таки дрянь. Спасибо. Пришлось пропустить этого крипа, но она того стоила. И обратите внимание, веду его по XP. Его пачки крипов больше, чем моей, но при этом у меня пятый есть, а у него до сих пор нет. Очень хорошее преимущество по ДНМ. И важный момент, что у меня нетворс не уйдет в ботл. А весь мой нетворс, абсолютно весь, уходит только в боевые предметы. То есть мой шестой уровень будет прям смертоносный. И поехали. В ноль брони. Кусаться. С маной небольшие беды есть. Под курсой, кстати, нажал. И тэп-аут мы ему не разрешим.
Шелькин не достался. Курьера тоже немножко жаль. Катапульту нужно будет потанчить обязательно. Понять бы, куда тени ты пошнулся. Все, теперь понял, куда тени ты пошнулся. И глянуть бы активную руну. Она на боте. Очень хочу домой, но не улетаю с топ-аута, потому что надеюсь на регенку опять же. И не зря надеюсь. Опять килл не достанется. Вот ты что, таверный, меня не смог переагрить. Хорошо. Скинул льту, потому что есть еще шансы спушить лайны, пока синий без телепорта. Подолбить немножко тавер. И попробую сыграть с вестовой саблей, раз у меня такой темп хороший. И нужно возвращать себе автоатаку. Я играю всегда с автоатакой всегда. И это мне очень и очень привычно. Саблька, опять же, дохленький чуть-чуть айтем. Странно, что не скинул на развороте, да? Но настолько раненый сталкер бывает очень хорош. В смысле айтем. Или бывает очень хороша, в смысле сабля. Очень много фарма пропустил на самом деле. Я ждал, что пропущу гораздо меньше за такую прогулку. Очень хочется быть фуловым, чтобы тавр додавливать. Тини нажравшийся, плюс тини. Еще и потеряет тавр. Противникам будет очень тяжело играть. Но то, как я не добил тини, это, конечно, было очень плохо. Сразу надо было первый скидывать. Потом эти курсы. Кстати, это я Кириллину уже завалил в миде. Ой-ой-ой, это на Кириллину вообще не жалко ульту. Она без телепорта, по идее. А, нет, с. Уже с. Все, ты пауэт отменяется. Я опять это сделал. Ладно, магическая аура у сайленсера. Оставлю эту хуйню в двойку. С одной стороны, отличная идея сбить тавер, с другой стороны, тини без блинка вообще не герой. И гнобить этого персонажа прям двойное удовольствие. Ладно, значит, мы все станы мира пособирали по очереди. Сайленс не бесконечный, к сожалению. Очень мало длится на первом уровне. Самая проблемная в этой ситуации даже не то, что я сдох бездарно, а то, что я нажал ультимейт, и теперь с той секунд меня на карте по сути нет. Давай попробуем. Еще и килл достался. Сайленсер не в экране. Поэтому вот так резко пошло.
Хитонотавр пару раз. Из минусов они знают, что я без телепорта. Ой, без ультимейта. На телепорта мою себе насрать. Но пул хп 1600 практически. Беру вот этот вот талант великолепный. И через 30 секунд буду суету наводить на топе, скорее всего. Он Аркенринг хочет. Пускай забирает. Столько фарма у него вытащил, что уже аж неловко. Тэп-аут не делаешь? Тэп-аут не делает. Над тавром и сгорает. Опа. Что это? Что это нахуй? Сама ты нижайшая, прошу прощения. Дота закрылась просто так. И теперь не хочет обратно заходить. Не хочет. Паузу хорошо на меня держали, кстати. Я почти не отошел со своей позиции. Но часть фарма пропустил, конечно. Нетворса подобавилось явно. Ой, какая же красота. Правда, какие же здесь синки. Давай пробовать курицу. Неловко вышло, да? Подлетаю к вам, если там. Носится. Синего первого. Сколько ты кдешь? За 5 секунд? И причем обе весь хрень в меня закинул. Больно. Пугаете меня найти. Что за руна? Руна на боссе. Регенку бы. Я заберу. Нормально с регенками прёт, да? За то, что я сегодня против СФ и играл дважды. Кто-то пытается сделать так, чтобы я ее не удалил. Ну реально, хватает вот просто один раз, чтобы не забанился СФ. Его сразу же пикнули. И все, и сразу же впадло даже видеть доту на экране. Какой же тайминг на чида. Блядский рот. Ошибочка. Не нажал стики заранее. Чё-то же не ожидал, что они здесь пятером окажутся. Казалось, такой локальный файт, два сапика сцепились. По парочке героев подошло с разных сторон. А оказывается, что замес 5 на 5. Рик, я подлетаю к тебе. Давай брать эту курицу. Ёбаная жизнь.
Я в мизе. Эти мне башки все очень хорошо делал. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Нахуй. Домой, 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 домой. Домой, домой, домой. Домой отдыхай, отдыхай. Домой. Об этих грибов сдохнуть случайно можно. Если не слишком осторожно их бить. Так, погнали. Домой теперь я. Не, надо шард взять. Чтоб темп себе хоть немножко выровнять. А то я вне замесов реально ни хрена не могу. И вот эти походы на базу постоянные. Это совсем хреново. Шардом вот так вот съел древнего. Плюс много денег на ровном месте. Еще и похилился. Будет помощь отсюда? Ко мне только шард подлетел, если что, я раньше не мог. А, он еще и без ТПшки. Можно сразу первый скидывать. Ничего не бояться. И сейчас пойду по новой древних хавать. Чё-то так задыхаюсь. А есть на топ плюс один? На топ срочно плюс один. Бля, я не догоняю. Я даст заберу. Две секунды до сайленса. Как же повезло с тени этой ситуации, да? А как же мало мы нейтралок выбиваем? Зато игра очень боевая. 60 убийств на карте 20. Три героя в минуту просто отлетают. Знаете, кстати, что я недавно узнал? Точнее, осознал. А вот я душнила, кто меня долго смотрит, тот знает. Но я душнила даже, когда я пьяный. Не знаю, зачем эта информация, но... Говорить откровенно ничем. Блять, я чего осознал? У меня Найсталкер 2 недели назад выходил. Какого бы героя я сейчас не пытался пикнуть? Он у меня выходил 2 недели назад, но... Точнее, в течение 2 недель. Не знаю, я просто смотрю на пул героев. На стадии пиков. И не понимаю, что из этого можно взять. А тут синий. А что он себе позволяет? Не, он не отменил после стана. Блять. Как я все плохо сделал. Что-то я все ужасно сделал, сори. Мог нажать раньше, либо не нажимать, не нажимать так хреново было все. Я без ультимейта, я вообще не боевой.
Надо на бойцу вот этот фарм убрать. Есть две проблемы. Первое, я показался на боте, из-за этого не синицировались. Приложишь нейтралку? Это я Рике отдам, спасибо. Я просто не озвучил, что я улетаю, потому что я думал, что они отойдут. Потому что они без Рики. Ой, я возьму эту хуйню. Второе. Это чуть не украли нейтралку, но это уже не проблема. Ну и первое, не проблема, они уже резнулись, пока я рассуждал на эту тему. Все вообще отлично. Ужасный обсервер, кстати. Я буду ульту сразу нажимать, а под аркейном. Подойди. Бафнешь, Магнус? Почему он не замедлен-то, блядь? Я вот этот момент не совсем понял. Иди домой, дрянь такая. Это Магнус, это союзник. Все хорошо. Я без ночи, без ультимейта, без БКБшки. И я на базе, отойдите оттуда, пожалуйста. Я Кью класснул в Лину? Или куда я дел Кью? Пиздо. Рики главное, чтобы выжил. А Рики не приходил. Но ваши дайвы все равно не сравнятся с Бэтрайдером с линзой. Если что, мне вот на секундочку показалось, что в прошлой игре играл на Бэтрайдере. И 11 раз умер от того, что нападал 1x4. Ну, разумеется, такого не могло быть. Подбегаю. А чё, этого не убудем? Так, ты не выйдешь из тучи. Блять, выйдет. Так хочется схавать этого клона. Не клона, но вы поняли, о чем я. И сейчас как раз ночка. Хорошо. Талант беру на силу. 3000 хп теперь без единой шмотки на хп. Ну ладно, это немножко дает и это. Но не такие несерьезные предметы. В плане именно пула здоровья и для 30 минуты. Для 26. Ну игра очень активная. 70 киллов на карте. 80. Поэтому мне показалось, что уже 30-е. По меньшей мере. Десять секунд до БКБшки, я ворвусь. До тех пор я в касте.
Так интересно, с Каймака пока пристал на секундочку, да? У него даже башер? Нет, это у меня столько башей прокнуло? У меня прокнуло столько башей, что я на 100% был уверен, что... А что у нас два башера? Это я просто невероятно везучий. Хорошо. Блять, у Лины пассивки не слетели. Там одна пассивка, но ей этого хватит. Ну, как ты думал, как будто бы долго, да? Ну ничего страшного. Ну конечно. Не, как бы особо жизни троек никогда не ценил. Хорошо. Пытался стрелов телепорт сделать. Как будто иным домом бетрайдер с линзой. И Вичблейдом. Успеть! И побежать! Теперь побежать! Куда-нибудь. Блять, куда? Мы под фонтаном. А, ты думаешь идти? Я надеюсь, что до крипа добегу до какого-нибудь... Полсекунды до блинка. Полсекунды до блинка, и я бы добежал до этого крипа. Или хотя бы до этого. Замес у них, кажется, закончился. Я на боте показываюсь, если что. Вот опять хочу дофармить. И скорости атаки с маншардом не хватает, как видите. А вот урона под этот маншард не хватает. Члена. Это Овервульфер или чё? Это он мой статус за последние 10 игр сказал. На закрытом дезабафом. И знает, с кем я в пати. Как же не повезло бедолаге на Даста. Ладно, погнали, подойдем на Лину. Не подойдем на Лину. Буду ультимейта ждать, форстав у него сейчас в кулдауне. Дай пять, братишка, бля! Хорош. Ну это, кстати, 27% не мои. Это не мой аккаунт. Просто помог откатиться из минуса.
Но пацана Овервульф. Пролаги очередные. Невидимый ульская мага, кстати, классика. Что-то я это не углядел! Не углядел! Не углядел! Что ульта заканчивается? Ладно, будем считать за базил. Комба реально у них заднеприводная. Тут не поспорить. Гляньте, что есть. Пошел пофармить. Сколько? 29 секунд, БКБшка не успеет откатиться. А что, летит кто-нибудь на хату? Глобал нажмешь, как я прыгну сразу же, окей? Да, 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 да. Так у меня заканчивается. Проставать не торопится. Мою изи. И 2 секунды до ночи. Смоки, ну-ка, быстро сняли. Прости. Если бы не засорен, ты сейчас умер за этот мой мув. Давайте попушим, раз они не хотят драться, а стоят с 3 фарстафами. Терпят. Блять, я нажал бринг, которого у меня нет. Нажал БКБшку с каким-то лютейшим опозданием. Пошел на юг и на нее не шел. Это было ужасно. Я ее на развороте убивал вообще без каких-либо проблем. Если бы хоть одну кнопку нажал нормально, хотя бы правую кнопку мыши. Тоже погибнет. Да, тоже погибнет. Короче, какая прошла ситуация? Произошла ситуация. Я льтанулся посмотреть турнир Гудвина. А, за это время Лина Рошана убила. И у нас до сих пор не выбиты шмотки 3-го тира, хотя уже 4-й. Мое изи. Че ты? Может, наоборот, пенту возьмешь, а я возьму ниндзя? Давай. Хорошо-то как. У него гост из минусов. Дрянь такой. Можем этого? Будет вижен. Выложи нахуй, сломай его нахуй. Что это за хуйня? Я зачем муншарт купил? Вы помните, как баши вот здесь приперли? Вы где-то так вот два героя с башрами это сделают. Тут 5 ударов нет баша. Только апнутый баша работает. А есть на Лину плюс? Да, есть, подхожу. Только она с Эгисом. А я разъебанный. Все, давай дойдем. Давай. У меня через 30 секунд день будет. Я смогу только от ульта драться.
Еще две шмотки. В тире. Мы можем Сайленсеру помочь? Они в край охуевшие визуально. Рики ломает, нужно дать ему спейса еще чуть. Баш. Все, не успею вас нажать. Хорошо. Я подхожу Рики. Я не стал лени телепорт сбивать, иначе она бы меня убила нахуй. Я без ночи. Не герой. На меня прыгай. На меня. Я отвлеку его немножко. Сленсер, подходи к нам. У меня 20 секунд, да. Харики улетел. У меня фильтр немножко. Хастубы, блядь. Сейчас гритмир будет. Ты паута не мог сделать. 3 секунды аптайма для этой курицы. Это 100% моя смерть. Ты вот ебанутый герой, блядь, Петалина, нахуй. Ага, самый сильный герой, патч, 60% винрейта на хай-рейтинге. Это при том, что у нее вообще слотов нет. Посмотрите, как она дамажит. У нее на ДПС молнии. А чем Глипнир отличается от молнии? Тем, что дает 14 скорости атаки. Ну, от моего строма. И наносит на 20 урона больше с молнии. Ну и 6 дэмэджа с руки еще поверх этого. Хотя ладно, это интеллект, с учетом интеллекта 30. И Кристаллис. Негрейженные криты. То, как дамажит, это же просто ужас. Опять же, давно бы игру закончил, если бы я не фанился. Но я согласен такой херней заниматься. Гляньте, что моя команда учудила, пока я в альтабе опять был. 4 героя. Сразу один из них выкупался. Так не хочется ни от чего отказываться. А кстати, за скаймагом бегать, то не придется ни от чего отказываться. Хорошо. Я все думал муншарт или фейс выкладывать, потом увидел эту саблю. Я как-то сразу как будто бы выбор без выбора, да? Надо саблю получить. Любимая фишка Магнуса повести куда подальше. Ну и получается, всем огромное спасибо за просмотр. Не оправда затянутая игра Базару 0. Зато очень весело. Очень боевая. Когда вы последний раз видели 130 киллов на карте. Больше 3 киллов в минуту. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. А нет, меньше. 44 же. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайки и мир вам.